Так, всем огромный привет, ребята. Сегодня у папы день рождения, 53 года. Мы с Самвелом решили купить торт, свечки. Сейчас после 12 поедем поздравим. Ну и завтра чисто символически все соберемся. В Лясель полазим. Сейчас уже до 11:30. Пойдем на ту сторону, Самвел. Посмотрим торт. Какие красивые. Нужны? Возьмем, какие-то такие красивые. Такие стильные. Да нет, это какой-то вообще. Возьми бабочки у тебя. 19 гривен, да, возьми бабочки. Шампанское? Ну, возьмем вино, наверное. Мама будет пить вино холодное какое-то. А папе я хотел какую-то бутылку взять. Ну, я думаю, что мы сейчас что выпьем? А, сейчас? Я буду за рулем, если что. Не, ну ты не будешь, ты можешь только понюхать. Ой, ты знаешь, я так вожу хорошо, что мы даже выпьем. Это прям... Ты знаешь, что? Куда ты пошел? Тут есть холодильник, а что-то, вот, чтобы взять. Как красиво уже перед нами. Вино? Ну да. Нет. Боже, глянь, вот такое, смотри. Вот такое, вот такое в Италии стоит 9 евро. 9 евро там стоит. 300 гривен, ну что ты хочешь, чтобы у нас оно стоило? Вот это самые банальные подарки, вот такие дарят на работе людям, которые работают. Знаешь, вот тут шампанское и пасочка. Ну такие у нас банальные, 430 гривен, что там, банально. В холодильнике надо вино взять. Да, тут не будет вина. Не будет. И вареную колбасу надо маме взять, она не взяла на этот, на... Да, на оливье забыл папа. Ну, если нету, тогда надо выбрать какой-то другой. Давай какой-то, может быть, розовый, русь. А что, ты что, 1400 гривен, дай. Ну, 300 у них. Тань, 190, пожалуйста. Ну, я такое не буду. 140 он. Не, я такую бурду розовую пить не буду. Ну, ты выбирай, коли я без понятия. Я буду простекку. А это не холодильник? Да, вот, кстати. А вино выключил? Выключил, а нет. О, холодный. А сколько вино стоит? Били вина Франции. А ну, надо вот тут посмотреть, какое оно сверху. Вот смотри, где мужики с бабами. Вот ага. Это классно. Это похоже на Италию или Испанию. Конечно, но ты не можешь вообще выбирать. Если так и выбираешь, честно, чокнуться можно. Вот нам надо вот такое вот. Это сколько оно стоит, чтобы сейчас не 3000? Это Шандо Майо. Ну да. Шандо Майо. Став назад. Це стоит 3000. А тут ты умеешь де... выбирать. А тут де Украина нарисована, а це малі. Ну ладно, тогда не надо, це дорого буде. Мечтал теперь маленький. И я тогда просека был, брал такое. Не-не, это вина. Я в прошлый раз брал где-то был просеку. Я на самом. Так. Беллини. Мартини. Да нет, там нету просека. Оно вон там. Пошли. А, нет. Ну тогда давай какой-то выберем. Давай какой-то выберем. Какой? Коля, называй, говори. Что там написано? Вино, вино и гристе. Написано, что это алкоголь. Бери, пошли. Все, мороженое. Вот лимон, лимон тайм. А не. Лектора торта. Надо такие-то какие-то брать. Может красные? Вот этот хороший торт пражский, грилляжный, то есть. Ну, Самвел, мы же не будем в коробке свечи пхать. Нам надо что-то такое, чтобы с подставочкой было, чуть ты не понимаешь. Ну так, давай вот красный бархат возьмем, давай тогда выкинем. Ну а я о чем тебе говорю? Ну так и там же можно выкинуть. А это что такое? Давай красный бархат, ну шикарный этот торт. Ты уверен? Он очень вкусный, да. Давай. Он как раз скидки бери. Он по срокам там что-то. Нормальный бери. Давай, держи его в руках, а это. 5-12. А это давай мне. Давай. Чтоб не бахнуть. Что я еще хотел? Больше ничего. Шампанское. Торт. Поздравления. Да, а в Макдональдс заедем по дороге. А
зачем? А что, у вас дома ничего есть? Ну, я думаю, что нам ничего нет. А, кстати, ты мне варенку не дал взять. Ну, ладно, хорошо. Я тебе не дал взять варенку. Так вот ты спешишь уже быстро. Я просто люблю быстро делать. Ну, тогда подожди на улице, а я быстро сделаю. Я не люблю, я люблю, чтобы медленно. Я так быстро не могу, как ты. Раз. Где варенка? Все, пошли назад. Так нема тут ніякої варенки, ладно? Ладно, не надо, пошли со мной. Пойди найди, где здесь спички продают. Или зажигалку. Надо взять маме вареную колбасу на оливье. Коля, разрешаю взять варенку. Бежит, спешит здесь вечно. Ну, понятно, куда он летит? А тут такой... А, вон она есть, стой. Давай эту вот лучше возьму. Какая хорошая варенка? Хорошая специя. Где она? Вот это? Вот это? Алан. Нет, Алан не надо. Давайте вот такой. Ну, вот этот кусок. Да не. Чего-то не, давайте. Да нам на оливье вышел половинку давайте, вот этого. Это нормально. Да это много самое. Нормально. Там, да. Ты чокнулся? Ты чокнулся? Я не даю взять варенку. Видели в поле на лице. Спасибо большое. Не, у тебя мозги есть? Не, у тебя есть мозги? У тебя есть мозги? 920 так гривен варенку. Ну так это 1.5 килограмма. Та я заплачу сейчас, господи. Ну, конечно, давай. Я ще с ними ще я буду платить, щоб не казали, що я твою карточку плачу. Все, хватит. Хватит. Може вернуться за сон, думаю. Ні. Ні ти папі, ні? Та зачем папі тут? Та ну що ти несе? Давай подивись. Мама яких орхідей, Самвел, ціла куча. Подай маму, мама. Знаешь, что ей лучше? Вот такое взять. Давай. Я думаю, что это лучше будет. Она будет за ним дома? Да. Вот она вот такая любит. Вот за 200 гривен вот этот бери. Не одинаковый. Каланхоли, да. Вот это лучше, чем орхидея. Орхидеи мамы много, а это... Все? Да. Спички на кассе, наверное, возьму. Такая вот, смотрите, каланхоли. Классно. Вот это, кстати, тем, кто в Инстаграме, я рассказывал, когда... насморк, то вот можно в нос вот это закапывать. Вот это есть, вот этот цветок. Так у тебя сейчас насморк. Потом тут сейчас, я вообще тебе говорю. Алкоголь вы пробили уже? Нет, один. Прямо по левую. Так капитарий. А что, его надо пробивать там капитарий? Да. И там оплачивать? Конечно. Вот. Ну ладно, так будем ждать. Пакет нужен? А ну тогда ждите уже, пусть он придет, как мы будем там. Так, идем уже. Самвел не дал на кассе снять. В общем, надо было отдельно этот алкоголь оплачивать. То есть, получается, на кассе нельзя. Купили вот такой цветок маме, каланхоли, торт, свечи. И сейчас... Я там колбасу платил Коле, но 650 гривен заплатил за... Самвел заплатил алкоголь. Ну так что я тебе сделаю? Так иди плати. Розкрути мене на колбасу за 1000 гривень. Охренеть. 950 гривень колбаса. Это чокнуться можно. Это только ты можешь таке. Идем по магазину колбасы. Не дал мне купить. Я не ныл. Я сказал, не дал мне взять все. Не ныл. Я тебе сказал, что мне надо было взять вареную колбасу. А ты начал бегать по магазину бегом. А я тебе сказал, что я так быстро не могу. Мне надо посмотреть, какая колбаса. А ты взял первую попавшую за 1000 гривен. А потом люди будут писать, жируют, денег нема, колбасу за 1000 гривен покупают. Смотрите, какая елка красивая. Уже, кстати, можно елку сам наряжать.
Мама твоя сказала, в первых числах можно, так что надо уже доставать твою елку с чердака. Только недавно, ребята, нашу, да? Только недавно все это было, и уже опять Новый год. Капец. Годы летят как... А смотри, это ж мокрый снег падает, ты видишь, это не дождь. Ой, сейчас. Красота, конечно. Этим контролятом будет открыто. Смотрите, как растет. Вообще тебе надо было по приколу взять пачку пельменей. Ой, это что, ладно, я бы пропекал. Да, взял бы, да, пачку пельменей, подарив. Эти, кстати, коробочка с котятками, Московская область, рабочий поселок, ой, звезды, не помню. Закрывай, звездный.